Я хочу вас всех поздравить с этим красивым праздником, тройной юбилей. И я уверен, что сегодняшний православный праздник, вы знаете, что сегодня еще большой православный праздник, это дополнительный повод для того, чтобы поздравить и всех жителей, и граждан Республики Молдова с этим красивым праздником, который характеризует наш народ. Я хочу сказать большое спасибо жителям Тараклийского района за то, что вы всегда отстаивали вашу позицию. Несмотря на тяжелые времена, через которые мы проходили, нам все вместе удалось отстоять Тараклийский район. Вы знаете, были разные попытки и в конце 90-х, и в начале 2000-х. Но я хочу, чтобы вы знали и были уверены, что мы сделаем все возможное для того, чтобы район существовал дальше. Вы знаете мою позицию по этому поводу. Более того, есть проект закона в парламенте, который зарегистрировали представители Тараклийского района для особого статуса. Я думаю, что мы сможем решить и этот вопрос дальше. Я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы мне оказали на последних выборах. Я вам обещаю, что буду рядом с вами. С жителями всей страны рядом, но и обязательно рядом с Тараклийским районом, так же, как я был всегда. Я уверен, что все у нас вместе получится. Мы обязаны отстоять нашу позицию, мы обязаны отстоять наши ценности. Мы не должны забывать, что Молдова многонациональная страна, где в мире живут и молдаване, и болгары, и украинцы, и гагаузы, и русские. И этим мы сильны. И я уверен, что эта сила позволит нам вместе с нашей православной верой пройти через все трудности. Поздравляю вас, дорогие друзья, с Богом и с праздником. Спасибо большое. Я не знаю, где ты, 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 где ты